Доброй ночи, дорогие друзья. Телекомпания НТВ приглашает вас на большой европейский футбол. Очередной рассказ о Лиге чемпионов. Последний день групповых турниров, второй групповой турнир, и определяются участники четвертьфинальных матчей. Мы с вами отправляемся в Рим и, что называется, без разбега начинаем наблюдать ход матча Рома-Аякс. Вот так вот без разбега Аякс открыл счет. Энди ван дер Мейде забил свой первый гол в 12 поединках, но, пожалуй, гол самый важный, который вообще был забит Аяксом в этом турнире. Никто не ожидал такого начала. Ван дер Мейде прошел по левому флангу и оттуда направил мяч в девятку ворот Ивана Пелицоли, голкипера Ромы. Фабио Капелло уж точно такого начала не ожидал. В этой группе была весьма запутанная ситуация, но я думаю, что по ходу матча Валенсия-Арсенал вы уже обо всем узнали. О разных вариантах, при которых разные команды выходили в четвертьфинал. У всех четырех клубов были шансы на то, чтобы пройти дальше, но Рому устраивала только победа. И вот такое начало, такой конфуз на Олимпийском стадионе в Риме. Ну, а самое время познакомить вас, наверное, с составами, в которых играли команды. Рома, голкипер Пелицоли, полевые игроки Кафу, Алдаир, Лима, Эмерсон, Куфре, Таммази, Кассано, Пануччи, Дельвекио и Кандела. Естественно, у Ромы огромная потеря, и прекрасно об этом знают наши зрители. Удален был Франческо Тотти в последнем матче в Лондоне против Арсенала. И без своего лидера, без своего кумира Рома пытается добиться успеха в поединке с Аяксом. Начало матча было очень неудачное, и Энди ван дер Мейде продолжает в том же духе. Правда, второй удар его оказался не столь опасным для Ивана Пелицоли. Для многих может быть сюрприз то, что Пелицоли защищает ворота Ромы, ведь есть в этом клубе достаточно известный голкипер Франческо Антоньоли, но, как сообщают, во всяком случае, итальянские средства массовой информации, Пелицоли просто является любимчиком тренера вратарей Ромы, и вот тренер голкиперов как раз считает, что Пелицоли сильнее Антоньоли. Я думаю, что в любом случае вряд ли можно голкипера винить в пропущенном мяче. Ну а вот Рома и отыгрывается. Происходит это тоже достаточно быстро. Забивает гол Кассано на 24-й минуте. И счет матча становится 1-1. Все практически начинается сначала. Аякс, естественно, тут же прижат к собственным воротам. Римляне изо всех сил атакуют. И мощный удар наносит в перекладину Алдаир. Нечасто мы этого бразильского защитника видим в атаке. Однако в этой игре, повторюсь, что у Ромы других задач нет, кроме победы. Вперед идут буквально все. Марко Дельвекио получает желтую карточку от немецкого арбитра Херберта Фанделя. Дельвекио вышел на этот матч с капитанской повязкой. Ну и Фандель посчитал, что симулировал нарушение правил один из лидеров римского клуба. Вообще то, что происходит с Ромой в этом сезоне, пожалуй, достойно отдельного описания. И в своем национальном чемпионате клуб поступает не слишком хорошо. Да и в Лиге чемпионов не очень удачно играет Рома. В этом году она выиграла, в этом сезоне, так будет правильнее, наверное, говорить, она выиграла дома на своем Олимпийском стадионе один и единственный матч. Ван дер Мейде, автор гола, с которого начался этот поединок, получает желтую карточку, а мы смотрим окончание первого тайма. Заканчивается он при счете 1-1 и заканчивается атаками Аякса, атаками команды Рональда Кумана. Забавный факт. Когда был знаменитый финал, еще тогда Кубка Европейских чемпионов, в котором Милан разгромил Барселону со счетом 4-0. Тренером Милана был Фабио Капелло, ныне возглавляющий Рому. Мы с вами его уже видели. А за Барселону играл Рональд Куман. Перед этим матчем вспоминали многие данную историю. Но, наверное, трудно проводить тут какие-то параллели. Трудно говорить о том, что она имеет прямое отношение к поединку. Но так или иначе, любопытный факт из биографии двух тренеров, один из которых уже давным-давно в Европе считается великим, а другой, по общему мнению, идет к этому статусу кратчайшей дорогой. Действительно, команда Кумана очень хорошо проявила себя во втором групповом турнире. Это на ваших экранах Златан Ибрагимович, наверное, самый талантливый в мире большой нападающий. И он наносит опасный удар по воротам Пелицоли. Мало кто ожидал, что Аякс будет до последнего тура бороться за выход из этой группы. Вот получает желтую карточку за затяжку времени румынский голкипер Богдан Лобанд. Ну а Аякс в итоге не просто поборолся
за выход из группы, но и, пожалуй, что совершил невозможное, учитывая то, что в группе даже в большей степени, наверное, нежели Рому, учитывать стоит чемпиона Испании Валенсию, который также находился в этой группе, и великолепный лондонский Арсенал Арсена Венгера. Рома изо всех сил пытается выйти вперед. Опаснейший удар со штрафного, и Богдан Лобан демонстрирует высокий класс. Из девятки отбивает мяч, врезается спиной в штангу, но травма, к счастью, оказалась не самой серьезной, и сумел продолжить румынский голкипер игру. В резерве у Аякса голкипер Дедулица, он, в общем-то, тоже достаточно опытен, и думается, что сверх такой катастрофичной потерей травма Лобанта в любом случае для амстердамцев бы не стала. Аякс в втором групповом турнире практически все свои поединки завершал в ничью, но в этой группе вообще получилась забавная ситуация. Из 10 проведенных матчей к последнему туру 6 закончились мирным, если так можно выражаться применительно к Лиге чемпионов, исходом. Ну и вот в последнем туре команды разбираются между собой. Фабио Капелло убирает с поля Лиму и выпускает Винченцо Мантелло. Это происходит уже ближе к концу поединка. Херберт Фандель вмешивается достаточно активно в развитие событий. Около 20 минут остается до окончания матча. Куфре получает желтую карточку. Ну и Рональд Куман тоже практически все время проводит на бровке, буквально уговаривая своих футболистов не прижиматься к собственным воротам и играть посмелее, даже несмотря на то, что соперник гораздо более именит и, может быть, даже, наверное, и опытен. Уходит с поля Ван дер Мейде, забивший единственный гол Аякса. Появляется вместо него Виктор Сикора. Ну а Рома чем далее, тем больше начинает нервничать. Совершенно ненужные нарушения следуют. Алдаир получает желтую карточку за задержку Златана Ибрагимовича. Вполне естественно, что когда Рома пытается идти вперед, то возникают свободные зоны в ее оборонительных порядках. Алдаир пытается доказать лайнсмену, что Ибрагимович ударил его локтем. Но в любом случае фол со стороны бразильца был первым по времени. Поэтому с Хербертом Фанделем, немецким рефери, скорее можно согласиться. Концовка игры проходит не очень выразительно для хозяев поля. Они пропускают одну атаку за другой. И у Аякса есть возможности, забив гол, снять вопросы о победителе в этом матче. Покидает поле Кафу. Остается 10 минут до окончания игры. Вслед за ним уходит Томази. Практически ва-банк идет Фабио Капелло. Бросает в бой всех известных футболистов. Диего Фузер появляется на поле. И Джанни Мартинес Гьюджо. Вот он на ваших экранах. Отчаянные попытки команды из Вечного Города продлить свое выступление в нынешней Лиге чемпионов. Но удача от Ромы отворачивается. В последние минуты клуб имеет несколько возможностей для того, чтобы забить гол. Но вот здесь два раза подряд не получаются удары у Кафу. Винсент Кандела, наверное, уже понимает, что за 4 минуты до окончания матча это похоже на крушение последних надежд. Но на самом деле оно наступает вот в этом эпизоде, когда вырвавшийся к воротам Фузер из выгоднейшего положения посылает мяч над перекладиной. Одно дело, если бы он попал хотя бы в створ ворот, и совсем другое мы увидели. Появляется на поле Рихард Вичке, очень опытный игрок. Меняет он Златана Ибрагимовича. Уже идет добавленное немецким арбитром время. Добавил Херберт Фандель 5 минут ко второму тайму. И Винченцо Мантелло врывается в штрафную. Фандель пенальти не назначает. Это пятый номер Аякса. Капитан команды, румынский легионер Кристиан Киву, столкнулся с Мантелло. Но на повторе мы видим, что Киву ударил ногой в мяч и уже через мяч по инерции свалился Мантелло. Весь в игре Рональд Куман. Последние секунды истекают. Секунды счастливые для его команды. Но вот еще один, пожалуйста, момент. У Ромы идет добавленное арбитром время. И удар, который мог бы стать смертельным для Аякса, на этот раз наносит его Кристиан Пануччи, защитник, который играл у Фабио Капелло еще
в мадридском Реале. О'Брайен покидает поле. Джон О'Брайен, и появляется вместо него футболист с очень такой кинематографической фамилией Ван Дам. И практически тут же звучит финальный свисток, который фиксирует победу Аякса. Команды Рональда Кумана, вы сами видите радость голландцев и горе римского клуба.